Цезарь Антонович Кюи. Родился в 1835 году в Вильне, ныне Вильнюс, Литва. Великий русский композитор Цезарь Кюи на самом деле имеет французско-литовские корни. Его отец некогда служил в армии Наполеона. Во времена Отечественной войны 1812 года был ранен, попал в плен и остался в России, впоследствии даже поменяв французское имя Антуан на русское имя Антон. Не мудрено, что Цезарь Антонович с юных лет довольно свободно говорил на четырех языках – французском, литовском, польском и русском. После окончания местной гимназии поступил в Николаевскую инженерную академию в Петербурге, с которой связана большая часть его жизни. Здесь он получил должность профессора. В числе его учеников были император Александр III и Николай II, полководец Скобелев и многие другие знатные люди. К Кюи принадлежат ряд капитальных трудов по фортификации. Музыкой юный композитор занимался еще в Вильне под руководством польского композитора Манюшка. Завершил музыкальное образование самостоятельно. Однако освоить эту науку по-настоящему Кюи помогло общение с Балакиревым и кружком «Могучая кучка». Композитор любил детей и много писал для детской аудитории. Им был создан целый ряд незабываемых композиций, в которых нашлось место для шалости, загадка и волшебство. Оперы для детей были легки, но в то же время они притягивали сложностью и красотой мелодии, хотя написаны они простым и понятным для детской аудитории языком. Число самых востребованных детских опер маэстро следует отнести оперы «Снежный богатырь», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Иванушка-дурачок». Цезарь Кюи в первую очередь именуется композитором, однако у него были и другие таланты. Так он является автором десятков трудов по фортификации, которые оставались актуальными на протяжении десятилетий после написания. Именно он предложил ряд инновационных идей, которые были успешно реализованы. За свою жизнь Кюи сочинил огромное количество музыки – 18 опер. Из них 4 предназначались для детской аудитории. Большое количество романсов, ряд других произведений для оркестра, хора, вокальных и инструментальных произведений. Сам он при этом великолепно играл на скрипке и фортепиано. Причем в детстве он осваивал оба этих сложнейших музыкальных инструмента одновременно. Помимо собственных сочинений, ему довелось закончить 2 чужих оперы. Над одной из них ранее работал Доргомышский, а над другой – Мусоргский. В обоих случаях ему доверили завершение недоведенных до конца работы в связи с уходом из жизни авторов. Нельзя не упомянуть, что репертуар маэстро был пропитан множеством романсов. Он написал свыше 400 лирических произведений. Романсы Кюи лишены куплетной формы и повтора текста, но именно в этом скрывается их изюминка.
Выбор текстов для лирических произведений сделан с большим вкусом. Ему удавалось создать целую психологическую картину из совсем коротеньких романсов. Среди произведений Кии нашлось место не только психологическим и любовным темам. Он здорово сочинял юмористические композиции. Но все же талант маэстро по большей части лирический. Маэстро отлично удавалось передавать женские характеры, но чего точно была лишена его музыка – грандиозности и мощности. Он искренне ненавидел грубость, банальность и безвкусицу. Кии мог долго работать над своими произведениями. Нельзя не упомянуть о том, что Кии написал книгу «Музыка в России», которая является первым литературным произведением о музыке отечественных композиторов. Он публиковал свои статьи в качестве музыкального критика и, по мнению музыковедов, тем самым оказал большое влияние на развитие российских музыкальных традиций. Несмотря на столь значительные успехи в области музыки, Кии не оставлял и государственную службу. Он преподавал в Петербургском инженерном училище, где, в числе прочего, читал курс по фортификации, написанный им лично. За первые 20 лет в стенах училища он дослужил до звания полковника инженерной службы, начав при этом службу в чине прапорщика. А в возрасте 69 лет получил звание инженер-генерала. Помимо работы в училище, довелось Кюи преподавать инженерное дело и высокородным ученикам. В числе последних у него были 7 великих князей, 2 герцогов и царевич Николай, который впоследствии сел на престол под именем Николая II, последнего царя династии Романовых. Возвращаясь к романсам, нельзя не отметить, что многие произведения написаны на стихи его любимых поэтов. К числу последних относились Кольцов, Пушкин, Лермонтов и некоторые другие. Сам Цезарь Антонович утверждал, что на него оказали огромное влияние другие композиторы того времени, которые, как и он, входили в кружок «Могучая кучка». Опера «Вильям Ратклифф», написанная Кюи, во многом инновационная. Но после премьеры в знаменитом Мариинском театре зрители оценили ее невысоко. Вероятно, вызвана низкая оценка была неряшливой оркестровкой, против которой выступал и сам Цезарь Антонович. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» было даже напечатано его письмо, в котором он просто зрителей не пускал посещать эту оперу. Когда началась русско-турецкая война, Цезарь Антонович оставил академию и направился в Константинополь, где самостоятельно руководил укреплением позиций русских войск. После ухода Османской империи Кюи вновь вернулся в Петербург и занялся своим любимым занятием – музыкой. В 1918 году Кюи напишет: «Какой же интереснейший период истории мы переживаем». И в этом же, в 1918 году, его не стало. Он пережил своих друзей и коллег по «Могучей кучке». Он скончался в возрасте 83 лет. А мы продолжаем наши программы о великой силе искусства. Следите за нашими анонсами. Будьте здоровы и счастливы. Оставайтесь с нами.